Рада представити вам нашого гостя. До нас завітав директор Миколаївського музичного училища Анатолій Сирота. Вітаю вас, доброго ранку. Вам також. Вдруге буде проходити фестиваль виконавців на народних інструментах імені Манілова. Хотілося б детальніше дізнатися, коли він буде проходити, дату і коли наші телеглядачі можуть завітати і подивитися на це дійство. Наш фестиваль буде проходити 24-26 марта цього, звісно, року. В рамках фестиваля примут участие лучшие творческие коллективы юга Украины и не только юга Украины. То есть не только наши містяни, а и гости из других мест так, будут? Так, да, лучшими коллективами юга Украины есть по праву Одесская государственная консерватория имени Собинова и Одесское музыкальное училище. Кроме этих коллективов, этих учебных заведений, у нас будет принимать участие учебное заведение нашего города. Это оркестры народных инструментов, музыкального училища, колледжа культуры, Николаевского филиала Института культуры и искусств Украины. Профессиональный коллектив нашей областной филармонии. Ну и также наши соседи самые ближайшие, Одесса, Херсон, Херсонское музыкальное училище, два коллектива, Херсонское училище культуры. И впервые в нашем городе примут участие в фестивале наши друзья из Винницкого музыкального училища. Мы часто говорим о наших коллективах, гордимся своими успехами, что мы лауреаты множества, большого количества фестивалей, конкурсов. А вот на этот раз приезжают лауреаты со всех городов. Это все знанные коллективы. Велика конкуренция. Это большая конкуренция, да. Но конкуренция здоровая. Я вам скажу, очень сложно, когда приезжает на конкурс, каждый стремится победить, стать лучшим, а здесь эта цель не ставится. Это фестиваль, и в фестивале очень важно показать свое мастерство, свое искусство, поделиться своими успехами с жителями города, с коллегами, и мы вот именно этим и будем заниматься. 3 дня, практически с 11 утра и до 7 вечера, до 19:00 будет звучать музыка, причем в самых разных интерпретациях, оркестры, ансамбли, солисты-инструменталисты, и среди участников очень много заслуженных артистов, а возглавляет фестиваль, художественный совет фестиваля, народный артист Украины Иван Ергиев, он заведующий кафедрой народных инструментов Одесской консерватории, он профессор консерватории. Ну и мы решили, как организаторы фестиваля, что вот только показать наш южный регион, это было бы неправильно. Надо переходить в более крупный вариант. Расширивать рамки. Расширивать рамки, да. И мы пригласили заместителя председателя художественного совета фестиваля, еще лауреата международных конкурсов, баяниста, профессора Харьковского института искусств Мищенко. То есть у нас очень такая мощная подоплека. Нас приветствует и музыкальное общество Украины поддерживает в этом начинании. Ну а главное, кто нас поддержал, это, конечно, областное управление культуры. И начальник лично областного управления культуры Дмитрий Михайлович Федорович, он же и возглавил организационный комитет нашего фестиваля. Да. Ну, Петримка. Большая Петримка, я вам скажу, что этот фестиваль – это не однодневка фестиваль. Не однодневка он в том смысле, что это у нас по счету второй фестиваль, но и мы надеемся, что это дело будет продолжаться. Николаев очень славный город в плане развития народной инструментальной музыки. Мы неспроста дали название этому фестивалю имени Манилова, нашего земляка, человека, который в прошлом веке, на заре прошлого века, в 25-м году организовал один из лучших творческих коллективов не только Украины, но практически всего бывшего Советского Союза. Он стал, занял первое место, этот коллектив под руководством Манилова, в 1925 году победителем всеукраинского фестиваля, первое место занял в Харькове на всеукраинской олимпиаде и был делегирован от всей Украины в Москву.
на всесоюзные фестивали, также занял первое место. В его репертуаре колоссальные произведения классиков, старинных композиторов, на тот период современных композиторов. И мы все сегодня, современники, продолжаем традиции вот этого замечательного исполнителя. И надеемся, что и в дальнейшем это все будет продолжаться. Що ж, дійсно, можемо бачити, що ваш фестиваль, він не на один день, за рахунок того, що у минулому році пройшов тільки перший фестиваль, а вже другого фестивалю, другого року ви розширюєте рамки, розширюєте горизонти. Хотілося б також дізнатися, що було у витоків створення, як виникла ідея створити такий фестиваль? Ну, це було позапрошлом году. В 2015 году, и тогда вот я пришел в управление культуры, и после управления культуры была встреча на самом высоком уровне, в областной администрации, и администрация нас поддержала. И поддержала не просто потому, что мы хотим. Здесь есть даже немножко политический момент. Раньше фестиваль постоянно проводился и конкурс в Крыму, в городе Севастополе. Ну и поскольку Севастополь, весь Крым оккупированный сейчас, а мы не можем жить без фестивалей, без соревнований, без встреч, без музыкального искусства. И вот Николаев взял на себя инициативу, перенял эту инициативу Севастополя, и сегодня мы продолжаем вот эту вот тенденцию. Нас все поддержали активно. Ну, конечно, нужны средства для проведения фестиваля. Здесь и афиша, здесь и буклетики, здесь какие-то и залы, и помещения. И вот в этом плане финансирования, конечно, нам бюджет дал, областной бюджет, а городской бюджет нам дал возможность лучшего зала нашего города, детская музыкальная школа номер один. Там испокон веком этот зал всегда был лучшим акустическим залом, он не нуждается в усилении. И именно в этом зале мы будем проводить. Нас поддерживает пресса, и вы сегодня рекламируете нашу деятельность, и наше творчество, наше искусство. Ну а наша задача – хорошо играть и покорять всех. Кстати, прошлый фестиваль – переполненные залы. 3 дня с утра до вечера переполненные залы, а потом переполненные души людей. Потому что такая музыка, народно-инструментальная, она всегда вызывает живой отклик, да, и надолго остается в сердцах слушателей. Вхід до фестивалю буде вільний. Абсолютно будь-який бажаючий може завітати і насолодитися з 11 до 19 години. Досить така обширна програма. Чи заплановані деякі антракти та перериви? Антракти між кожним колективом. 2 коллектива, значит, каждому коллективу поставлена задача играть до 45 минут. Но некоторые участники просили даже 1,5 часа. Мы не можем без того, чтобы не показать народу все то, что мы накопили. Но один коллектив уходит, пока приходит второй коллектив, следующий коллектив, последующий коллектив. Пока готовится к выступлению, обязательно 40-минутные перерывы. И вот в перерывах, в антрактах будет общение с музыкантами, общение друзей, общение профессионалов и любителей. Да, это будет очень интересно. В целом программа фестиваля. Нам на фестиваль приезжают все преподаватели детских музыкальных школ области. А у нас в области насчитывается ни мало, ни много 52 школы. И в каждой школе есть педагогический коллектив, который занимается пропагандой именно народно-инструментального. То есть батьки со своими детьми смогут прийти и поспілкуватися напрямую с викладачами и дізнатися, чи є музичне майбутнє у їхньої дитини, чи ні. Отримати дійсно на золото це йде допомогу та пораду. Правильно ви говорите. Хотілося б також дізнатися, ось ви сказали, що конкуренція не настільки важлива у цьому фестивалі, але ж деякі номінації все ж таки будуть виділятися? Ну, номинации будут. У нас будут солисты-инструменталисты, которые, безусловно, мастера вот, баянной музыки в нашей Украине. Это будет 4 человека. Это будет Владимир Чифранов, лауреат международных конкурсов, сольный концерт играть, Борис Фалько. Талько, извините, да. Это будет из Харькова
как же его, да, в общем, 4 инструменталиста, которые сыграют сольные, это будет отдельная номинация баянистов и аккордеонистов. Отдельная номинация будет ансамблей, малые формы, дуэты, трио, квартеты, ну и, конечно, главная номинация оркестры, которые насчитывают в своем составе до 50 человек участников вот этих коллективов. Що ж, ми сподіваємося, що все пройде як заплановано. Бажаємо успіху усім учасникам, щоб усі їхні виступи вдалися.